Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид, меня зовут Виталий, и сегодня я обозреваю игру Deploy and Destroy. Это безбашенный шутер от первого лица с киногероями ребят Голливуда. Давайте сразу же перейдем в бой, посмотрите, что из себя игра представляет. На самом деле, лично мне игра офигеть как зашла. Не знаю, она мне нравится, я надеюсь, что она будет обновляться. И, в принципе, она набирает, ребят, популярность. Так, начинаем битву. Так, у нас идет загрузка. Здесь бывает можно как команда на команду, здесь можно играть как каждый сам за себя. Оно вас само, в принципе, закидывает. Не, можно выбрать, в принципе, локацию. Но я обычно всегда выбираю просто бой и нормально, спокойно херячимся. Так, осталось 7 секунд и мы будем в бою. Пока мисс я выбрал именно этого чувака, объясню почему. Блин, ну им удобно просто реально играть. Есть один персонаж, который мне безумно нравится, как киноактер. Но, блин, у него что-то вообще проблема с пушками, но из-за того у него просто охрененнейшая бензопила. Так, все, высадка. Так, если вдруг мы погибаем, мы каждый раз просто-напросто берем и нажимаем высадку. То есть это в том случае, если вдруг мы нас убили и мы захотим что-то поменять в игре. Так, тут есть как автоприцел. Так, есть один. Есть второй. Отлично. Так, давайте сделаем, наверное, перезарядку. Ух ты, где? Ёперный балет. Сдохни. Так, кто-то его завалил, но это не я. Давай, 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 давай. Есть. Вот это уже я. Ух ты, блин. Давай, давай, попробуй попади. Давай, 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 чувак, давай. Покажи, на что ты способен. Ни на что ты не способен. Так, блин, ну, начало мне уже нравится. В принципе, раскидываю, ребят, неплохо. Так, где-то они здесь были, да? Ладно, давайте тогда вернемся. Вот они. Вот они, мои жертвы. Давай, давай, выглядывай, не выглядывай, ты все равно труп, чувак. Ух, блин, блин, перезарядка, перезарядка. О, да здесь вас много. Так, главное, ребят, здесь не стоять на месте. Дело в том, что они очень сложно им попадать в движущее, постоянно в движущуюся цель. Блин, еле выговорил, ей-богу. Так. Можно очень быстро передвигаться, кстати, ребят. Давай, давай, давай. Блин, ну и графика, в принципе, на высоте. Где? Блин, вот и первая моя смерть, ребят. Так, ну я пока, в принципе, иду на первом месте. Это не может просто не радовать. Так, менять? Нет, ничего менять не будем. Хотя можем выбрать, в принципе, другого просто персонажа. Ладно, давайте за него поиграем. Не, не хочу. Я сейчас просто возьму и проиграю эту докатку. Давайте лучше за вот этого поиграем. Отлично. Есть. Нет, есть. Так, появился и сразу двоих. Короче, друг друга они завалить не могли. Только стоило мне появиться, все, сразу два мяса. Блин, тут есть одна локация, лес, ребят, или деревня, я не знаю, или теремок, я не знаю, как ее назвать, но она охрененная, мне нравится. Особенно там команда на команду классно играть. Есть контакт, блин, меня сзади кто-то хреначит. Блин, убил. Да ты маньяк. Да что ты говоришь? Так, давайте. Пока месть я могу выбирать только троих персонажей, ребят. Моя цель была ты. Перезарядка, перезарядка. В принципе, я мог бы гранату кинуть, но я не хочу пока вместо них тратить никакой гранаты. Сдох не есть. Сдох, отлично. Не, ребят, я здесь по-любому выиграю. По-любому самые лучшие призы будут мои. В конце каждой катки, ребят, мы сможем открывать определенное количество сундуков. В отличие от того, как закончилась игра. Если вы проиграли, то это обычно там, по-моему, 2 или 1, да, сундук. А если выиграл, то 3-4. Есть. И еще мы можем делать вот так, в принципе. То есть я увеличил себе жизни. Давай, давай, сдыхай, а то я тебе сейчас гранату кину. Есть. Так, давайте я в него, наверное, гранату кину. Получилось? Нет, не получилось. Блин, где они? Да что ты хочешь сделать? Он, походу, меня зарезать пытался. Блин, взорвал меня. Да, как раз перед тем, как сдохнуть, он просто-напросто взял, нажал на это и убил меня. Ну, давайте за этого, в принципе, можно за него поиграть. У него тоже неплохо так. Блин, ну у него, по-моему, не такая дальность стрельбы. Блин, мало патронов, что за бред? А, кстати, это ж я когда играл, я ему впервые взял это оружие. Обычно он с двумя пушками бегает. А ну, давайте я, наверное, возьму ему две...
Хотя нет, там конец остался, лучше уже доиграть нормально. Давай, 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 давай. Есть. Перезарядка, перезарядка. Блин, где ты бегаешь? Блин, убил меня. Так, чтобы меня не догнал, наверное, я все-таки выберу того типа, потому что, блин, с этим типом что-то мне не везет. Только стоило поменять, все, начал проигрывать. А тип, блин, на 39 всего лишь очков от меня отстает. Я хочу занять исключительно первое место. Есть. Блин, перезарядка. Давай, давай, бей в него, бей. Есть. Так, надеюсь, я завалил. Да, ребят, я. Да чего вы меня вечно валите? Слушайте, вы задолбали. Блин. Все, ребят, меня обогнали. Блин, капец, на последних секундах. Так, давайте, может, мы успеем все-таки выровнять счет. 8 секунд, 8 секунд. Давай, появись кто-нибудь. Давай, давай, сдохни. Блин, вот надо было ему убежать, черти куда, а? Поражение. Блин, я так уверенно шел и вот так вот тупо проиграть. Пипец какой-то. Так, ну всего лишь два теперь этих я получил. Короче, с них мы получаем вот броню, можем получать оружие, собирать точнее, карты. Блин, ну это реально обидно. Так держаться, чтобы вот так тупо проиграть, юзать, юзать и на тебе. Так, кастомизация, новый уровень. Я получил новый уровень, отлично, хорошо. Так, что я могу здесь сделать? Короче, я могу типа ему что-то улучшить, да? Нагрудная броня, ну давайте. Короче, ладно, потом я это сделаю, все, давайте еще тогда поиграем. Так, за него, его выберу. Так, ему я ничего не могу улучшать, вооружение. О, могу, скины новые есть какие-то. Так, ладно, нафиг они мне надо. Улучшить, давайте улучшим. Улучшить сейчас. Отлично. Так, прошло улучшение, теперь надо... так, готово, назад. Так, вроде как все, да? Своя игра, что-то здесь... Так, три скина для этого. Давайте, короче, сразу в бой. Блин, ну я должен занять первое место. Блин, я не знаю даже, откуда этот чувак взялся. Вроде я шел так, причем уверенно и неплохо, так в два раза, причем я вел всех. И тут резко на тебе такой вот именно облом, ребят. Я, блин, даже не задумался. Я уже 100% думал, что я выиграю. Всегда проверяй, сколько у тебя аптечек и гранат. Это может сыграть решающую роль во время боя. Ну, не знаю. Я впервые использовал аптечку, ребят. Чисто для видео. А и гранат. Я гранатой вообще не пользовался. Так, ожидание противника. Вроде уже все. 0-0-0-0. Так, все, давай быстренько высаживаемся. Так, отлично. Так, 1000 хп, нормально. Так, зона, 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 зона. А, да, игра. О, у меня уже начинает стрелять. Давай, давай. Блин, да чё, чё? Не-не-не, переставай, переставай вот это так баловаться. Конечно, меня убили. А, кстати, это тот тип, походу, который лидировал. Вот зараза, опять мы с ним, походу, попали. Так, давай. Где-то здесь кто-то бежал. Иди ко мне. Так, перезарядка. Резко, резко, резко. Иди сюда. Да, блин. Так, кто, кто? Я, отлично. Так, блин. Слушайте, ну тип тоже неплохо играет. Блин, офигенно неплохо, потому что у него уже 154. Понятно. Кто-то явно играет покруче, чем я. Так, давайте по-быстрому пробежимся. Давай, давай. Блин, чё я не могу не стрелять, йоу. Есть. Так, одного я свалил, отлично. Так, а чё мне только по 20 баллов дает, я не пойму. По 10 точнее даже. У него уже ему так до хрена что-то дает. Может, поочередность нужна убийств? Оу! Так, отлично. Так, этого тут свалили. Надо перезарядиться. Гранату лови. Ну, блин, что за беда? Воу. Блин, я даже не завалил. Слушайте, ну вот этой пушкой, конечно, бегать вообще не вариант. На самом деле. Так, подождите. По-моему, его настигла моя граната. Мы видели, да, как он только что поджарился им. Так, вижу их, вижу.
Да черт, откуда вы? Слушайте, что-то мне здесь вообще не везет. Так, давай. Блин, меня скинули тупо на 6-е место. Сдыхай. И то, не я, а не я, ясно, да, я. Так, там кто-то появился, да? Так, есть контакт. Так, блин, 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 надо спрятаться, надо спрятаться. Нет, не спрятался, не успел. Кстати, меня завалил тип, который меня, в принципе, идет на первом месте. Вот нахрена я только улучшал пушку, вот скажите мне, пожалуйста. Чтобы меня сейчас тупо выносили? Это он меня зарубал или что он сделал? Вот скотина. Так, ну я хотя бы на 3-е место перебрался. Это уже не может радовать. Не радовать, точнее. Так, откуда вы повылазите, муравьи? Вот зараза. Давай, 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 давай. Кто кого? Давай, иди сюда. Блин, надо было гранату туда кидать. Ему, в принципе, оттуда и выбраться некуда. Блин, хоть бери и другого персонажа бери, реально. Меня вообще не устраивает то место, на котором я сейчас нахожусь. Вообще ни разу причем. Оу! Где, 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 где? Вижу. Да какого? Я в него ж хреначил. Блин, я не знаю, то ли он оделся, то ли что. Но он с пистолетом вообще бегал. Так, давайте, ладно, вот этого типа возьмем. И давайте, наверное, ему выберем какое-то другое оружие. Так, давай. Почему не могу этого сделать? Так, высадка, давай. Отлично, кого-то вижу. Так, где-то он здесь был, да? О, вот он. О, перезарядка долбаная. Блин, только поражение, естественно. Короче, занял я какое? Вообще 4-е место, ребят. 4-е. Я убил только 5. Смертей у меня 10, счет 65. Вообще сыграл как лузер какой-то. Я не знаю, что со мной только что происходило. Я, ну 2-е место занимал, 1-е место занимал. Ниже 3-го я еще не уходил. Это бред какой-то. Ну, короче, наказали меня. Причем по-жесткому меня наказали только что. Так, ладненько, ребята, на этом будем заканчивать. Поэтому вы были на канале Экспировид. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВК. Ссылочка будет в описании. Ставьте лайки. Будет больше, будет лучше. Пока.